Тема 751. Расписные скворечники из тыквы. Если вы художник, но ваши картины никто не покупает, подумайте, что такое полезное вы можете расписать, чтобы людям это пригодилось в хозяйстве. Тогда вы сможете успешно применить свое творчество и заработать деньги. Художнику, чтобы продавать свои работы, не обязательно выполнять их на холсте. Даже наоборот, на холсте написать картину смогут миллионы художников, конкуренция аховая. А вот расписать тыкву смогут единицы. Художница Девон Камерон, бродя по своему саду и разглядывая растущую в нем тыкву, не ту тыкву, что мы привыкли видеть на Хэллоуин, а тыкву особой жесткости, похожую на большую грушу, решила ее расписать. Получилась забавная сова, которой можно украсить дом. Или сад. Художница решила заняться росписью тыкв и продавать их на Etsy, открыла для этого свой магазин etsy.com/shop/gaurdament. Из тыкв подобной формы у нее получались совы, кошки, курочки, снеговички. Сразу вспоминаются наши занятия в детском саду, где мы тоже делали разных животных из природного материала. Такие фигурки шли на продажу как домашний декор, и люди их охотно покупали. Но потом Девон придумала делать из подобных тыкв скворечники, ведь это еще более практично. К тому же скворечники, особенно оригинальные, пользуются популярностью на Etsy. А чтобы сделать скворечник из раскрашенной тыквы, не нужно особых хлопот. Прорезать центральное отверстие сбоку, дренажные дырочки внизу и протянуть петлю сверху, чтобы этот скворечник можно было сразу повесить на ветку в саду. Подобные тыквы прочные, как дерево. И изделием из них могут провисеть в саду десятилетия. При этом это природный материал, и птицам в них должно понравиться. Так Девон нашла свою нишу – расписные скворечники из тыквы. Она либо раскрашивает их разнообразными рисунками, акриловыми красками, либо красит в однотонный цвет, специальной краской по коже, а сверху покрывает лаком. Продает художница свои тыквы-скворечники по цене 18-26 долларов. Продает она не только одиночные скворечники, но и комплекты по 3 штуке. Покупают в магазине художницы и просто расписные фигурки из тыквы, но скворечники покупают чаще. Всего в ее магазине более 1300 продаж.